Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор колеблющейся блесны от компании BAT модель 5006. Данная приманка выпускается в одном весе 21 грамм. Поставляются приманки на картонной подложке. Вот такая вот картонка. Как можно видеть, производитель комплектует приманку крючком от фирмы Mustad. Блесна у меня представлена в цвете 32, вес 21 грамм. Кстати, фактическая масса экземпляра, который у меня в руке, составляет 23,3 грамма. То есть фактически блесна весит где-то на 2 с небольшим грамма больше, чем это указано производителем. Приманка выглядит вот таким вот образом. Блесна достаточно широкая, длина ее составляет 71 мм, ширина 25 мм. Тело у приманки вот такое вот, немного рельефное. Имеется такая вот прорисовка чешуи. На данной расцветке не совсем хорошо это заметно. Профиль у приманки изогнутый. Вот так вот блесна выглядит со стороны подложки. На подложке имеется логотип компании и также указан вес блесны. Приманка укомплектована двумя заводными кольцами. Кольца достаточно крупные, качественные. Внизу блесны в заводном кольце установлен такой вот пластмассовый красный лепесток. При желании данный лепесток можно снять. Он как бы выполняет функцию точки атаки и дополнительный, так скажем, раздражающий элемент в данной приманке. Ну, можно ставить, так скажем, в стоковом варианте и ничего не убирать. То есть тут зависит от ваших предпочтений личных. Приманка снабжена качественным тройником. Тройник от компании Mustad. Крючок острый, но сделан из такой вот средней тонкой проволоки. Данная приманка за счет своей геометрии лучше работает на водоемах, где течение отсутствует. Но также можно ее использовать и на реках. Единственное, необходимо подбирать участки рек с небыстрым течением. Выпускается блесна в 7 расцветках. В основном это яркие, провоцирующие расцветки. Ну, к примеру, как вот это. Данную расцветку можно назвать Fire Tiger. Цвет, напомню, 32. Проводить BAT 5006 как бы можно обычной равномерной проводкой. Приманка прекрасно подходит для ловли щуки, но также в прилове может идти и другая хищная рыба. Но основной целевой объект на эту приманку — это, конечно же, зубастая красавица. Приманка имеет качественное изготовление. Ценник у блесны очень доступный. Приобрести колебалку BAT модель 5006 можно в интернет-магазине F-Magazine. Ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте F-Magazine. Пользуйтесь, не забывайте о промокоде. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео полезно, то ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!